Вот, в очередной раз, в 11 раз приносим сюда денежные средства. В счет какого погашения задолженности говорить? Я уже не знаю, я уже заблудился. Не, я имею в виду, ну, по алиментам платежам. Да, у Усейнова Николаевна до сих пор тренируется составление материалов. И каждый раз это происходит. Вот я опять же по первому предложению приехал опять по просьбе Усейновой. Велика такая особа, что к ней нужно 11 раз приезжать для того, чтобы передать деньги. Судебный пристав снова запрещает нам проносить в отдел, да, камеры. Вы запрещаете, да? Фото, видео, записывающие, звукозаписывающие. А вам уже все объяснили, все аппаратуру. Вы объясняете, мы на каждом канале уже пишем. Это ж мы не просто так все снимаем. Вам уже все пояснили, все. Кто? Кто пояснил? Позовите того, кто пояснял. Нет, вы... Я не знаю, кто. Ну так я не знаю. Вас много, ну, каждый раз 8 человек присутствует. Нет, вы скажите просто, как вы как-то, как-то боитесь, или я понять не могу. Мы же не просто так снимаем, просто, ну, мы считаем ваши действия неправомочными, неправомерными, понимаете? Вы сейчас что хотите от меня? Вы проходить будете? Мы хотим услышать. Мы хотим, вы нас с камерой, с GoPro, с Sony, там, с диктофоном. Я случайное отделение уже объяснял, кто? Ну, вы не пропускаете нас, конкретно вы. В соответствии 800-го приказа, нет. Вы видели, вам приказ показывает. Так я от вас это хочу услышать. В чем проблема? Вы форму на мне видите? Форму у вас нет. Нет, я подчиняюсь вашему приказу. Отличная форма, Серега. Ваши приказы подчиняются. Вы берете приказ. Приказ говорит, как гаишники всегда говорят, я запрещаю, у меня приказ такой. Это приказ об осуществлении пропускного режима. Подождите, я гражданин Российской Федерации, подчиняюсь вашему. У меня есть закон, конституция, которая право мне дает в виде съемки. Полное. У вас оружия нет, у вас не какой-то секретный объект. Вы просто обычные присутствия. Нет, вы сейчас что хотите? Вы я хочу. Нет, мы услышали от вас, все, собственно, больше ничего не хотим. На меня голос повышайте. Да голос, видите, помещение такое, я привык командовать. Вот, видите, камера и диктофон. Вы нас не пропускаете, да? Пропускаете, нет? Что, будем пересыпать? Не высыпайте, да. Так вы говорите, вы пропускаете нас с камерой, вот камера, вот диктофон. Не доверяете все равно, да? В 11 раз, сколько раз вы хотите, чтобы вы доверяли, а? Вот у меня судов... Стол, стол только не сломайте, вот я говорю. На камеру. Суда вы же доверяли к ним. Суда. Вот начальник ваш доверяет, ну приходит, нормально все. А у вас какой-то президент Усейнова. Президент Усейнова? Да. Все. Подтягивается. Он слышит звон. Он слышит звон. Это ты? Обязанности у вас, устав. Ты безграмотный, Серега. Я враг народа. Враг народа. Зря он так ляпнул. Вот. В натуре будет вопросы отвечать. Опа, неправильно пересыл. Там где-то больше. Не раз задают вопросом, почему я так делаю. Мужчина сказал, мужчина сделал. Вы будете пересыпать? Ну конечно, у меня нет времени. У нас мышц не ограничены, никак на проход. Вы не торопитесь. Вы куда? Вы пока стоите других граждан. Да. А почему вы его не осмотрели? Этого гражданина. А? Что? Почему? А я как-то не умею начиниться, не намерен отвечать. Вот, нет, почему? Что, ведро, что ли? Нет. Стандартное. Меньше. Вот, что, 9 литров написано. Везде экономим. Количество. Там еще одно осталось. Конечно, совсем чуть-чуть. Я надеюсь, когда-нибудь 300 это пересчитают деньги. Заставлю пересчитывать. Все. Диктофон не оказалось там. Пожалуйста, лицом ко мне подойдите. Вообще, да нет, тут по деньги. Там же ничего нет. Все,
Да, ну камера, диктофон, согласно 800-го. Пожалуйста. Все. И это не нужно. Пожалуйста, я доставляю нам написанное хранение. Нет, вы что думаете, мы не можем как-то работать все с вами? Работаем. Отвечать за ваше имущество. Отвечать будете, я вам доставляю написанное хранение, вот это имущество. Вы запретили, вы отвечаете. Вы запретили, вы отвечаете. Я не принимаю на хранение ваше имущество. Серега, положи он туда, Серега. Серега, положи он туда. Да не, пусть здесь лежат. Пусть он вокруг пропадет, я сразу жалобу. И в полицию. Это ваше право, я не понимаю. Паша, вы захотели, вы защищаете. Вы же просто там, еще. Блин, поцарапается.